31 мая блондинки всего мира уже в который раз, начиная с 2001 года, отметили свой профессиональный праздник. Дамы, имеющие светлый цвет волос, всегда в центре внимания, и им, конечно же, приятно лишний раз напомнить о том, насколько они очаровательны. Тем более, что по подсчетам ученых, натуральные блондинки могут полностью исчезнуть к 2202 году. Быть блондинкой, на самом деле, совсем непросто. Ведь блондинка – это не просто цвет волос, как говорят все, кого природа или парикмахеры отнесли к этой категории жителей Земли. И блондинки вовсе не так ограничены и глупы, как провозглашают анекдоты и народная молва. Блондинка – это праздник жизни, это женственность, красота и обаяние. Это состояние души, в конце концов. Что и доказывают уже третий год подряд члены клуба блондинок из Риги, устраивая парад блондинок в последние выходные мая. А вернее настоящий фестиваль блондинок, Blond Festival, Go Blond, с обширной программой и важными благотворительными целями. В этом году Латвийская ассоциация блондинок таким способом собирала деньги на строительство специальных игровых площадок для детей-инвалидов в парках Риги и других городах Латвии. В фестивале могли принять участие все желающие блондинки, от натуральных до крашенных. Обязательным был лишь дресс-код, розовые, красные и белые цвета. Начавшись с показа мод для детей, праздник продолжился парадом блондинок и конкурсом на лучшую Мерлин Монро. Далее последовала благотворительная вечеринка на борту теплохода, и завершился день пинг-парти в ночном клубе. Вперед, блондинки! Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.